Первым номером выступает мастер спорта, представитель Новосибирской области Мария Ридель. Розовый призер первенства мира среди юниоров. Тренируется под руководством Елены Владимировны Наумкиной. Под вторым номером выступает мастер спорта, представитель города Москвы Анна Якименко. Победитель, чемпионка России 2014 года. Тренируется под руководством Алексея Валерьевича Попова и заслуженного тренера России Дмитрия Владимировича Лотова. Под третьим номером выступает заслуженный мастер спорта, представитель Новосибирской области Юлия Гаврилова. Чемпионка мира 2012 года. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Егора Михайловича Южакова. Под четвертым номером выступает заслуженный мастер спорта, представитель Московской области Светлана Кармилисона, двукратная чемпионка мира и Европы. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Сергея Александровича Семина. Финальные встречи судят судьи международной категории Владислав Шамис, Валериан Феоктистов и Андрей Быков. Спасибо. Приглашаются участницы первой встречи Мария Ридель и Светлана Кармилисона. Ну вот вы видели четверку спортсменок и троих арбитров, которые будут участвовать в финальной части чемпионата России по сабле среди женщин в личном первенстве. Сейчас на дорожку приглашаются Мария Ридель из Новосибирской области и спортсменка из Подмосковья Светлана Кармилицына. В соревнованиях саблисток на старт вышло 30 спортсменок, и вот среди них не было явного лидера сборной России в этом сезоне, чемпионки мира многократной, призера Олимпийских игр Софьи Великой. Ну, у Софьи небольшая травма, и она этот турнир пропускает. Также не было еще одной спортсменки, достаточно известной, которая участвовала в прошлом году в чемпионате мира. Это Виктория Ковалева из Подмосковья. Честно говоря, не знаю, по какой причине она пропускает турнир, но как бы то ни было, ее тоже нету здесь. Ну, все остальные спортсменки из числа тех, кто претендует на победу, кто выигрывал когда там либо большие соревнования, здесь приехали во Владикавказ, в том числе Екатерина Дьяченко и Дина Ляйбарова из Санкт-Петербурга, многократные чемпионки мира в командном первенстве. Яна Егорян, Московская область, наша победительница первых юношеских Олимпийских игр. Вот Светлана Кармилицына тоже, кстати, чемпионка мира. И вот так. Первый удар наносит Светлана Кармилицына. А почему я сказал так? Потому что мне показалось, что она вышла за границу боя. Светлана Кармилицына, Мария Ридель и Владислав Шамис, арбитр этой встречи. Светлана Кармилицына была чемпионкой России в 2007 году. Единственный раз она выиграла золото. Чемпионки России Мария Ридель, 93-го года рождения, 11 марта исполнилось 22 года, и пока что на чемпионатах России она не добивалась больших успехов. Тем временем, видите, насколько сабля более стремительный, более быстрый вид, чем рапира. Счет уже 2-2. Вот видите, на чемпионате России некоторые арбитры используют русский язык, а вот Владислав Шамис, который судит крупнейшие соревнования, в том числе был арбитром Олимпиады 2012 года в Лондоне,
Естественно, он говорит на официальном языке фехтования, французском языке. Счет 3-3. Вот сейчас Мария Ридель атаковала неудачно, но и Светлана Кормилица. Вот видите, так спортсмены промахиваются в атаке, пока, наконец, Мария Ридель все-таки не наносит четвертый удар. 4-3. Здесь поединок пройдет до 15 ударов, а перерыв один, он будет, когда кто-нибудь из спортсменок нанесет восьмой удар. Вот опять Светлана Кормилицына в атаке. И опять очень похожая ситуация, что вроде бы у нее были все шансы нанести удар, но ей этого не удалось. Мария Ридель зажигает один фонарь. И сейчас тоже, кстати, и уходит вперед со счетом 6-3 уже. Опять вот Светлана Кормилицына. Видите, атакует, но она уже более осторожно действует. И, может быть, это и приносит ей успех. На этот раз зажигается красный фонарь. Вот вы посмотрите, она несколько финтов делает. И когда Мария Ридель попыталась выбросить руку в предыдущих атаках, Светлана Кормилицына выждала этот момент, а потом нанесла четкий удар. Ну и сейчас повторяет примерно этот прием. 6-5. Светлана Кормилицына очень опытная спортсменка, заслуженный мастер спорта. Она еще в 2004 году стала чемпионкой мира в командном первенстве. Вот продолжает бороться. Сказала, что мечтает выступить на Олимпийских играх, отобраться в команду. Ну, посмотрим, посмотрим. Могу сказать, что здесь есть, в общем-то, у нас конкуренция в этом виде оружия. Сейчас счет 7-7. Об этом я скажу в перерыве, наверное, который после вот следующего удара прямо наступит у нас. Светлана Кормилицына атаковала на этот раз неудачно. Выходит в ответную атаку Мария Ридель. И наносит этот удар 8-7. Перерыв. Мария Ридель, Новосибирская область. Светлана Кормилицына, Москва. Ну, у нас, как я уже сказал, Софья Великая, Екатерина Дьяченко, Яна Ягарян, Виктория Ковалева из Московской области. Причем первые три спортсменки, они входят в первую десятку мирового рейтинга. В настоящий момент Софья Великая третья, Екатерина Дьяченко пятая, Яна Ягарян десятая. Виктория Ковалева 26-я, Дина Галиакбарова, трехкратная чемпионка мира в команде 31-я. Юлия Гаврилова из Новосибирска, тоже чемпионка мира и Европы была в командном первенстве, призер личных соревнований была 43-я. Ну вот и Светлана Кормилицына тоже, как же в этом же обойме. Вот, кстати, Светлана Кормилицына на ваших экранах. Ей секундирует один из тренеров сборной России Дмитрий Глотов, который также тренирует Софью Великую, объясняет, что к чему. Кстати, в 2004 году именно вместе с Софьей Великой и Светланой Кормилицыной выступала. Ну, напомню, и их подруг тогда уж по команде, раз я вспомнил тот чемпионат мира, это Елена Нечаева и Екатерина Федоркина тогда выиграли. Ну, вот это Мария Ридель, которая, ну, пока что больших успехов у нее нет. И вот эта вот медаль чемпионата России, какая, пока непонятно, это уже для нее большой успех. Кстати, они недалеко находятся во всероссийском рейтинге друг от друга. Светлана Кормилицына идет шестой. Наивысший успех у нее в этом сезоне. Второе место на Кубке России в Смоленске. Ну, а Мария Ридель восьмая. И вот сейчас Ридель увеличивает разрыв в счете 9-7. Как я уже сказал, что Светлана Кормилицына сокращает 9-8. Как я уже сказал, что Новосибирск выиграл здесь две золотые медали именно в соревнованиях по сабле у мужчин. Вениамин Решетников из сборной Новосибирской области победила. Ну вот сегодня у команды этого региона будут еще две медали. Потому что уже с медалью Марии Ридель, Юлия Гаврилова, которая выступит в следующем полуфинале. Вот видите сейчас, как промахнулась Светлана Кормилицына. Ридель нанесла удар. Пока мы смотрели повтор, счет уже изменился. Светлана Кормилицына все-таки сократила. Опять разрыв в счете 10-9. А сейчас и сравняла счет 10-10. Видите, кстати, как четко сует Владислав Шамис и авторитет его, наверное, великого спортсмена. Они даже не пытаются оспорить его решение. А сейчас он решил, что Светлана Кормилицына после долгого-долгого перерыва снова вышла вперед. 11-10. Ну вот видите, Мария Ридель очень тонко, видно, чувствует дистанцию, отходит. Светлана Кормилицына несколько раз уже промахивалась в атаке. Ну, Мария Ридель этим успешно пользуется. И вот сейчас счет 11-10.
12-11 Светлана Кормилицына. Напомню, до 15 ударов. Очень упорный у нас полуфинал. Очень упорный, очень быстрый. Ну, что вы хотите, сабля. Вот интересно, кстати, счет стал 13-11 в пользу Светланы Кормилицыной, что в Республике Северной Осетии и Алания сабли не культивируются. Но вот, тем не менее, Яна Егорян, которая в 2012 году, когда здесь был чемпионат России, она выиграла золотую медаль. И в прошлом году, кстати, она тоже чемпионка страны двукратная. Так вот, у Яны Егорян бабушка живет в Владикавказе. Так что какое-то отношение и к сабле эта республика имеет. А вот Светлана Кормилицына в решающий момент, видите, наносит еще один удар. 14-11. И от выхода в финал ее отделяет всего лишь одна успешная атака. Но вот Мария Ридель сейчас атакует. И защита, ответ. Прекрасно, видите, Светлана Кормилицына побеждает 15-11. И выходит в финал. Мария Ридель завоевывает для себя и для своего региона Новосибирской области бронзовую медаль. Ну что, после такого интересного боя, наверное, и следующий будет, должен быть тоже очень интересным. А почему еще там встречаются Юлия Гаврилова, тоже наша именитая спортсменка, и москвичка Анна Якименко. Ну, вы ее лучше знаете под фамилией Ларионова. Анна Ларионова, чемпионка России 2013 года, тоже участница сборной России, неоднократно выступавшая на этапах Кубка мира. Правда, на чемпионатах мира и Европы она пока что еще не попадала. И надо сказать, что путь ее в эту четверку у Анны Якименко, Анна Илларионова, как вы понимаете, по фамилии является супругой другого нашего саблиста, замечательного Алексея Якименко. Вот Анна Якименко, такой очень непростой у нее был путь в четвертьфинал. Вот вы посмотрите, как она, у нее замечательно выглядит. В 1/8 финала она встречалась с петербурженкой Александрой Шаталовой. И после первого периода проигрывала ей со счетом 0-8. Тем не менее, как вы видите, судя по тому, что она сейчас в бою, она выиграла эту встречу, и вы будете совершенно правы. 15-13 Анна выиграла этот поединок. А в четвертьфинале встречалась с другой петербургской саблисткой Екатериной Дьяченко. Ну и на этот раз, знаете, этот бой был словно продолжение предыдущего. Она просто прекрасно фехтовала, нанесла первые 6 ударов, 6-0 повела и инициативу не упустила до самого окончания боя, уверенно выиграла его. И вышла в полуфинал, где вот сейчас встречается с Юлией Гавриловой. Ну вот, правда, первый сейчас удар наносит Юлия Гаврилова. Валериан Феоктистов судит эту встречу. Вот атаковала Гаврилова промах, а Анна Якименко сравняла счет, нанесла удар. Но вот сейчас уже Юлия Гаврилова вышла вперед. 2-1 и 3-1. Третий удар наносит Юлия Гаврилова. Вот, честно говоря, таким вот возвращением в бой, когда, уступая 0-8, выиграла 15-13, Анна Якименко напомнила мне, как Вардан Косиков, петербуржец, дрался в личном первенстве у мужчин тоже по сабле, проигрывая 2-11 в полуфинале с Никитой Проскурой. Он выиграл этот поединок, а потом в финале достойно сражался. И Вардан Косиков вчера получил приз за волю к победе. Ну, я не знаю, может быть, у организаторов найдется еще, конечно, один такой приз. Но Анна, во всяком случае, его заслужила. Ну, вот, правда, в этом бою Юлия Гаврилова сейчас уходит вперед. Ведет уже со счетом 7-2. Но, в любом случае, кстати, для Анны Якименко это ведь первый старт после достаточно большого перерыва. Вообще нет во всероссийском рейтинге. Однако чемпионат России идет у нас с коэффициентом
полтора. А это означает, что уже попав в число призеров, она наберет как минимум 30 очков и сразу же, возможно, даже, что, ну, если не в десятку, то куда-то в район 10-го места поднимется Анна Якименко. Вот сейчас идет период, 8-2 в перерыв ведет вот Юлия Гаврилова, новосибирская саблистка. Кстати, интересно, что она тоже супруга известного саблиста Никиты Проскуры, обладателя Кубка России этого года и бронзового призера этого чемпионата страны. Вот такие вот представители двух сабельных семей сейчас на дорожке. Такой необычный несколько факт. Второй период, да, преимущество большое, 8-2. И Юлия Гаврилова, это, конечно, все-таки не Александра Шаталова. Не в обиду, конечно, будет сказано Александре Шаталовой, но все-таки Юлия Гаврилова поопытнее ее и поименитее. Ну, вот Анна Якименко сокращает сейчас разрыв в счете, 8-3. А сейчас Юлия Гаврилова наносит 9-й удар, зажигает один фонарь. 9-3. А вот посмотрите, как Анна здорово встретила свою соперницу. 9-4. Юлия Гаврилова несколько лет назад уверенно входила вот в первую четверку сборной России, выигрывала чемпионаты мира и Европы. Но в прошлом году так получилось, что она не попала ни на мировой, ни на европейские чемпионаты. И, конечно, в этом году, наверное, хочет доказать тренерам, что со счетов списывать ее рано. Ей 25 лет сейчас, 26 будет в июле. Но, тем не менее, вот посмотрите, Анна Якименко сократила разрыв в счете достаточно значительно. 9-7 сейчас впереди Юлия Гаврилова, хотя сейчас она попросила арбитра посмотреть видеоповтор. Вот вы видите, как зал, счет, зрители. Соревнования организованы очень хорошо, зал прекрасный. Замечательный. Так, а вот видите, судья поменял свой вердикт. И вместо 9-7 всего два удара. Оказывается, теперь ведет Юлия Гаврилова с преимуществом в 4 удара. 10-6. Разница большая. Как знаете, иногда в футболе говорят, там вот это битва за 6 очков. Так и тут, видите, была фраза на 2 удара. Вместо 9-7 стало 10-6. Ну, сейчас 10-7. Анна Якименко сократила разрыв в счете опять. После этого поединка вы увидите два финала. Ой, какой красивый парад-репост в исполнении Анны Якименко. 10-8. Борьба-то обостряется. Вот видите, как это было. Но Юлия Гаврилова не собирается сдаваться и... Юлия Гаврилова хочет еще раз выйти сегодня на дорожку и встретиться со Светланой Кормилицыной в финале. Конечно, того же хочет и Анна Якименко, но пока что шансы лучше у ее соперницы. Вот сейчас Анна Якименко в атаке промахнулась. Юлия Гаврилова атаковать не стала. Так, 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 давай посмотрим, в чем проблема. Юлия Гаврилова считает, что она попала наоборот. Ну вот смотрите. Ну да, конечно, по маске-то она ударила. Хотя все-таки атаковала Якименко. Ну давайте посмотрим еще раз этот эпизод. Вот удар Якименко, вот удар Гавриловой. Ну без сомнения, в маску-то она попала. Фонарь должен был зажечься. Счет сейчас арбитры судят 12-9 на эту секунду, скажем так. Если арбитр поменяет решение... Да, удар снимается, потому что не работала. Маска 12-8 по-прежнему. А вот парад-репост еще раз замечательный. И все-таки Анна Якименко настояла на том, что счет должен быть 12-9.
Точнее, 9-12, если с ним смотреть. Вот Гаврилова в атаке. В атаке успешный. 13-9. Обоюдные атаки. Посмотрите, никто из первых трех лидеров у нас, получается, не попал. Точнее, лидер Софья Великая, у которой 240 очков в всероссийском рейтинге. Она здесь не выступала. Яна Егоряна и Екатерина Диченко, у которых по 100 очков ровно, прекратили борьбу в четвертьфинале. Причем, кстати, Яна Егорян выиграла довольно много у Юлии Гавриловой, но все же проиграла. А Юлия Гаврилова выигрывает сейчас со счетом 14-10. Она в одном ударе от финала. Ну а Анна Якименко продолжает сражение. 14-11 счет становится. Никому. Так, надо трактовать жест Валерияна Феоктистова. Юлия Гаврилова, правда, предлагает ему посмотреть видеоповтор. Ну, наверное, да, при счете 14-11 можно себе. А вдруг действительно она права? А может, ей просто отдохнуть нужно? Не знаю, как бы то ни было, сейчас судьи смотрят видеоповтор вот этого вот эпизода, который изначально арбитр встречи определил как обоюдные атаки. И сейчас он подтвердил просто это, вердикт обоюдной атаки. Ну а вот сейчас уже вопросов нет, горит один фонарь. Юлия Гаврилова, которая на ваших экранах, финалистка чемпионата России, ну и Анну Якименко мы поздравляем с выигрышем бронзовой медали, с такой нелегким пути к этой бронзе, с первого соревнования после того перерыва. Это просто прекрасный результат, и она заслуживает только самых добрых слов.